думая, что там в этом ли вопрос. Просто на руках. Тут тоже надо в ритм войти. Фиг его знает, какой и что там ритм фигачит. Да, бывает попадешь, а бывает и пыркаешься. Быстро помедленней. Нет, это темп. А. Быстро, медленно. Ритм. Ну, чтобы взять его, ритм. Ритм это, короче, как. Это пульс музыки. Mm-hmm. Пульс. Ну, он у тебя может быть дерганный или еще какой-то тут. А здесь ритм. Ну, в теле. Mm-hmm. Ну, поэтому так, в чем они будут сейчас поговорить? Тоже давно не вытаскивал. Вполне возможно, что тоже где-то выйдет половина, фиг его знает. Сейчас по тексту как-то. И вот этот, ну, дядька вот мне это объяснял, вот эту тему я ему показал. Ну, я ветер и возил туда, этот фестиваль. И он мне там начал. Короче, ну, в том смысле, ну, он понимает, что, ну, даже по тексту, вот если, ну, по поэтическому, я пью ветер по частям, я ловлю его горстями под вокзальными часами. Понятно, что человек Кайф. Стоит на перроне, ну, понятно, да? Он понимает, что, ну, здесь я попадаю в десятку, и практически, ну, он, в общем, ничего как бы не может сказать, да? Но ему надо сделать так, что в том смысле, что, ну, попроще, может, надо попроще, типа, понимаешь, вот такая фигня. Ну, я говорю, ну, уж в принципе, куда проще. Куда проще, куда так проще. Понятно. Так понятно. Вот, сейчас попробуем ритм. Ритм вернуть. Попробуем. Давай. И пустые разговоры страсти медленной поподы. Фокус времени с часами, точно спрятанными местами, перепутанный минут. И не важно, что кому-то, островами наваждения, долгий берег ожидания. Нельзя остановиться, оживая на мгновение, мы лишь только прячем лица. И на месте нужных точек, убегая в мир желаний, оставляем многоточие, думая, что там, в этом ли вопрос. Просто на руках. Вечность и река, вереницы дней, чередою лет, путь издалека. И растаяли звонками, окрыленные надеждой по привычке своей прежней. Так руки прикосновения, проходя сквозь то и это, остается без ответа. Ветер кружит снежной крошкой, фонари на свет в окошках, как мосты меж берегами. Словно пьесу жизни автор, открываем наше завтра и бежим за поездами, думая, что там. В этом ли вопрос? Просто на руках.
стирика, вереницы дней, чередою лет, путь издалека. Напрочь руку. Да, тут надо. А, тяжелая. Фигачишь, как это, да, короче.